9000 саженцев обрели дом, весенняя посадка прошла в Большесельском районе. Главными участниками стали школьники. Каждый из ребят своими руками высадил больше 10 елей. Каждый день можно ухаживать за ним, пока она не вырастет, даже до старости. Гордость чувствую, что помог лесу, и веселье, что помог. Ну, садил деревья, удовольствие получил, что приехал сюда. Для тех, кто держит саженец в руках впервые, провели инструктаж. Специальным мечом в земле делается лунка. Елочка опускается и тут же приподнимается, чтобы корневая система расправилась. Дело остается за малым. Втыкаете на себя, от себя. Второй раз по той же системе. После меч проворачивается. И после этого плотно прижимаем. Когда вот здесь вот мы берем, то усилие должно быть не менее 2 килограмм. В акции приняли участие жители со всей области. Это и волонтеры, и активисты, и общественные организации. Среди неравнодушных оказался и заместитель председателя областного правительства Роман Колесов. День лесопосадки отмечается по всей России уже 9-й год подряд. В нашем регионе таким искусственным путем рождаются десятки тысяч деревьев. Сейчас у нас реализуется федеральный проект восстановления лесов, утвержденный указом президента в рамках национального проекта. И вопросы леса восстановления на особом контроле. То есть те площади, где деревья вырублены, обязательно мы следим за тем, чтобы они были посажены. Но самое главное, конечно, это не только посадить, а ухаживать за лесом. После упорной работы экоактивистов накормили. Прямо на месте разбили лагерь с полевой кухней, а затем и концерт устроили. Вот так под народные песни с пирожками и кашей акция в регионе пройдет еще несколько раз. В каждом районе области. В 2019-м планируется восстановить больше 25 гектаров леса. Софья Кременецкая, Георгий Иванов. День в событиях.